Всех приветствую. Спасибо, что включили наше видео, смотрите. Вот, если смотрите на другом сайте, то, знаете, я видео публикую только на YouTube. И сейчас я хотел немножко так поснимать природу, ну и также немного прокомментировать интересные места Подмосковья. Вот здесь мы видим окоп. Как бы даже видно, что здесь земля накидана. И там в дальнейшем сейчас дальше пройду, и там будут аж старые землянки будут видны. И несколько окопов, как они аж заканчиваются. Потому что вот этот окоп идет оттуда метров 400 как минимум. И туда аж за дорогу уходит. Я здесь, правда, ходил с металлодетектором и, к сожалению, ничего не нашел. Поэтому и видео не снимал. Как бы. Вот сейчас покажу, где я копал, где есть еще. Загажено у нас, конечно, все Подмосковье. Вот. К сожалению, все загажено. Вот, ну что ж, сейчас немножко постараюсь поснимать, а потом уже в конце еще раз прокомментирую. Места копа моего предыдущего. Полметровую яму выкопал, металлодетектор пищал, ну, ничего, к сожалению. Похоже на старую какую-то насыпь. Ну, может быть, догадки. Может быть, здесь что-то было. Или просто большое дерево упало, сгнило и оставило за собой такую кучу. Ну, сложно уже так сказать, конечно. Выходя на дальнейший окоп, просто так идя по лесу, буквально метров через 20-30, наткнемся уже на вот такую насыпь накиданную. Вот, здесь, конечно, вся везде земля битая напрочь. Везде тут все перекоп идет. И вот он, следующий окоп. Он там в дальнейшем сейчас закончится. И начнется другой, ну, подальше. Вот уже. Вот он уже, следующий идет окоп. Как бы их прям два подряд. И там уже, как бы, получается, третий идет. Вот, сейчас поснимаю дальше. И вот здесь мы видим уже чужие раскопки, как идут. Вот уже, тут уже люди покопали, конечно, без уважения природы, за собой яму не закапывали. Вот. Здесь уже, здесь раньше были еще землянки, насколько я наслышан. Здесь даже находили братские могилы. Вот даже укрепление кирпича старого. Ну, сейчас все уже замерзло, вот минус 10, вот, поэтому как-то так вот. В следующем сезоне надо будет здесь тоже походить, покопать. Тут он пытался шалаш сделать, то ли уже был шалаш, сверху ветки накидали еловых и уже сгнили, ну, черт его знает. Такое интересное здесь место. Надо будет самому походить, поискать в дальнейшем тут. Так, ну и дальше сейчас я тут поснимаю красоты всех природ, так сказать, матушку природу. Вот здесь видно прям четко, как первый окоп оканчивается. Туда дальше ходил, а не находил еще окопов. Вот, пока здесь такое самое интересное место. Вот. А вот он уже идет, следующий окоп, прям за ним же подряд. Тут где-то даже следы от воронок были. Ну, эх, Второй мировой, что поделать. История. Надо будет походить здесь. Может быть, в следующем копательном сезоне мне здесь что-то и перепадет, даже несмотря на то, что здесь кто-то копал. И прям видно, вот здесь были раньше землянки, насколько я наслышан. Сейчас тут попробую полазить. Ну, тут лесоповал конкретно начинается. И вот этот окоп уже идет как окружной по всему периметру. Ну, вот опять тут ямка. Кто-то копал. Сейчас
пройдем дальше и, так сказать, вот здесь как бы землянки-то и находились. Потому что здесь нету реки рядом, не так близко она здесь совсем течет. Она где-то в 200-300 метрах отсюда протекает. И это вот прям четко видно предыдущими кладоискателями. Еще там, как только я в Зеленоград приехал, с псом вот своим французским бульдогом гуляли. Был наслышан, что здесь уже находили всякие захоронения. Вот, пойду сейчас дальше поснимаю. Вот, как бы сам уже городок видно, что здесь происходило. Как бы я что-то ходил, мне под носом это все было. Вот оно все. Вот, прям видно все, как тут прокопано. Еще, ну, за 70 с лишним лет, естественно, уже мало что можно узнать. Вот, тоже тут искатели ходили, ямки за собой поленились закопать. Ну, и сейчас там снимаю уж. Тут прям все четко видно, что и как здесь было 70 с лишним лет назад. Вот по сути тоже все видно здесь. Прям прокопы такие идут. Все здесь. Вся здесь история и шла. Последний рубеж войны. Такие интересные места. В следующем копательном сезоне надо будет здесь походить. Сейчас хоть по сути можно покопать, но как-то и руки будут мерзнуть, и лед придется долбить. Сейчас земля вся мерзлая. Хоть пока еще снега особо не нападало. Ну, уже видно. Где, так сказать, можно будет в будущем копательном сезоне, помимо полей, ранней весной, покопать. Вот, к примеру, где более четко видно, что здесь была какая-то постройка. Ну или вполне может быть землянка. Какая-нибудь просто яма выкопанная сверху. Типа крышу из брёвен сделали с накидкой и все. Конечно, это могут быть мои догадки, но следующий копательный сезон покажет, что здесь, чего. Потому что уже этим местом я наслышан. Конечно, наверное, глупо опять по битым местам ходить, где уже побывал народ. Ну, надеюсь, что в следующем году, в копательном сезоне, мне побольше повезет. Помимо консервных банок еще что-нибудь найду. Главный пес. Ну, вот это, конечно, яму сложно назвать воронкой, но тоже какие-то следы. Он уже пес ушел. Март! Какие-то тоже, наверное, здесь явно следы. Ну, сейчас уже сложно судить, потому что здесь лесоповал. 70 лет прошло после войны. Просто надо прийти в следующем копательном сезоне и посмотреть, какие будут находки. Границу видно.
где опять выкапывали, не знаю зачем. Ну, понятное дело, что здесь окопы шли. И там в следующем, вот сейчас в программе монтажа все приближу. Будет видно, неохота сейчас там через деревья лазить, тем более с собакой. Вот, сразу видно, что там все прокопано. И несложно догадаться, что здесь происходило. Прям так и представляю, как 70 с лишним лет назад здесь шла война, обстрел шел, бомбардировка с воздуха. Жуткие, наверное, времена были. Сейчас, слава богу, все тихо, мирно живем. Здесь вот прям тоже опять видно, это тот же самый окоп. Прошлый кадр я там снимал. И прям четко видно границу, как шли по периметру, все прокапывали. Тогда она как дальше змейкой уходит и делает вот такой оборот. И туда прям вглубь леса, где первоначальное видео снимал, как бы, по сути, уже и несложно догадаться, что здесь происходило. Вот так вот. Так что в следующем копательном сезоне Дивные леса Подмосковья, может быть, мне что-то и отдадут. Приобрету себе пинпойтер. Вот, чтобы не маленькой вот такой вот лопаточкой раскопанную свою землю тыкать, и пока на металл не наткнешься, а уже, чтобы, так сказать, ускорить процесс поиска вклада. Вот, ладно, спасибо, что смотрели. За подписки, оценки, за все благодарю. Вот, всем удачи, крепкого здоровья и хорошего настроения.